Всем добрый день. Значит, какие произошли, можно сказать, работы на участке. Вот, если вы видите, убрал я трактором поросль, ну и пеньки трактором, дюсибишкой. Значит, ну это английский трактор. Вот, у него передний ковш, он там раздвижной, в общем. И можно брать и убирать, не как у белоруса, значит, ну только грести. Соответственно, кучи мои выросли в разы. Вот, значит, что я могу сказать про трактора? Значит, во-первых, я хотел, ну думаю, убрать мини-трактором. Вот, мини-трактор здесь ничего не сделает. Сказали, убирай все поросли, мы тебе тут потом корешочки докопаем. Соответственно, значит, большой трактор вот что делает. Вот видите, какие ямы тут остались. Вот. Значит, соответственно, теперь надо будет вручную равнять тракторком. Ну, мини-трактор нанимать, если не хотите вручную все это делать. Самое главное вот что: надо стоять возле тракториста и смотреть, где он копает, что он выдергивает. Вот я вам покажу. Вот видите, пни, вот сразу не проследил. Вот здесь был орех, соответственно, вон пеньки остались. Соответственно, где пропустили, значит, брак в работе. Потом все это дело прорастет и придется, ну, заново переделывать, в общем, работу. Поэтому решено, значит, до весны отложить. И когда все это попрорастет, вот здесь вот была поросль, весной убрать остальное. Потому что сейчас трактором все это дюсибишкой закатали. Не поймешь, что копали, что не копали. Короче, надо, чтобы пошли всходы. В общем, зеленка. Соответственно, и тогда можно будет копнуть еще раз. Вот. Хотя, вот я подойду. Брака очень много. Вот, вот такие вот дела. Всем удачи, до новых встреч!